наблюдаю, что на выставке представлены новые решения, которых мы не видели раньше. Я вижу, здесь представлены иностранные участники, которых еще не видели какое-то время тому назад. Поэтому я считаю, что идет оживление, и выставка это оживление демонстрирует. Каждый год мы еще раз обнаруживаем у себя на стенде новых людей, новые лица, перспективные партнеры и, соответственно, вот такой контингент потребителей или клиентов, который нам интересен в перспективе будущего сотрудничества. Рост рынка продолжается примерно полтора года и будет продолжаться, мы надеемся, в этом и в последующих годах даже более высокими темпами. И это будет продолжаться, по моим оценкам, в течение ближайших 5, может быть, 10 лет. Идет вперед, начиная там с 2000 года. Да, было небольшое было торможение рынка в связи с кризисом, но сейчас кризис прошел, и рынок опять довольно большими шагами идет вперед. Мы это видим по количеству клиентов, которые к нам приходят, которые вновь начинают именно заниматься бизнесом. Это очень большой показатель. We came like Ravendos for the first time. To spend a visit at the exhibition was the year 2007. After that, we decided that this was, let's say, the right market to grow up. Выставка Виндэкспо, она объединила вообще вендинг и выделила его как отдельный бизнес в России, потому что это была первая специализированная выставка. В том году на выставке дало очень много в плане пополнения клиентской базы. Участие в той выставке дало нам увеличение нашей базы клиентской почти в 10 раз. Но от этого года в первую очередь мы учреждаем очередное увеличение нашей клиентской базы. Well, we are here for the first time now. Our expectations are that we get contacts to some Russian companies which might be interested in banknote recycler like we are producing one.